Утратил контроль, совершил наезд на забор, потом столкнулся с кроссовером и снова влетел в забор. В результате был травмирован несовершеннолетний пассажир Toyota RAV4. От серьезных увечий мальчика спасло детское удерживающее устройство. Водитель поясняет, что вероятнее всего причиной стала неисправность автомобиля, то есть у него заклинило руль, хотел справиться с ситуацией, хотел выровнять автомобиль. Чего не произошло? Сразу три человека, в том числе девочка 2017 года рождения, пострадали в результате съезда в кювет Мазды Атенза. Женщина-водитель пояснила, совершала обгон автомобиля, не справилась с управлением. Вместе с ней в седане было 7 человек. Водитель отказалась от прохождения медицинского свидетельства не в состоянии опьянения. Ранее она дважды была лишена прав управления по статье 12.8 часть 1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. В общей сложности лишена на 36 месяцев. Затем была лишена прав управления по статье 12.27 часть 2 Кодекса административных правонарушений за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Лишена прав управления на 12 месяцев. Итого путем сложения лишена прав управления на 48 месяцев. Еще одна авария имела последствия для двоих человек. С серьезными травмами пассажир Toyota Camry был доставлен в реанимационное отделение Искитимской больницы. Госпитализировали и водителя седана. Он утратил контроль над автомобилем и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в кювет. Был ли водитель трезвым, станет ясно позже, когда будет получен результат медицинского освидетельствования.